Для тех, кто хочет открыть свой собственный бизнес, преград на пути до сих пор немало. Одним из них является сбор необходимых документов. После прохождения этого этапа перед предпринимателем стоит задача получения земельного участка. Разумеется, и это не последний этап. Процесс оформления затягивается на 62 дня. Бессистемность в данном деле, а также волокиту, отметил глава региона. На сегодняшней встрече с предпринимателями. Подробнее материалы. На совещании одним из первых рассмотрели вопрос открытия в регионе 100 однотипных торговых точек. Главная цель здесь – стабилизация цен на рынке и регулирование архитектуры и облика города. Однако акиму области предложенный алгоритм проекта государственно-частной корпорации не понравился, потому что цена арендуемой земли дорогая. Затем рассмотрели процесс оформления документов. А почему вы начинаете только это, она у нее шевелится после того, как она немедленно принимает решение о предоставлении земельного участка? Почему заранее мы не можем проработать и заранее все это определить и потом сказать мне? И тогда вообще вопросов не будет. Проводи предварительную работу и стартуй сразу. Ответственное учреждение предлагает для предпринимателя 9 тысяч тенге за квадратный метр арендуемой земли. К примеру, для того, кто захочет открыть свою маленькую торговую точку на 50 квадратных метрах, это будет невыгодно. Больно бьет по карману. Потому было поручено снизить цены на аренду земли и сократить вдвое процесс оформления документов с 62 до 20 дней. Согласно проекту 100 торговых точек, будет подготовлен эскиз. Срок сдачи аренды 7-10 лет. Все это время торговое место будет полностью принадлежать предпринимателю. И они тут будут вести свою торговую деятельность. Дальше мы должны продумать ситуацию с социальными магазинами. Как мы до этого обсуждали, сколько в городе должно быть таких маленьких торговых точек. Если мы откроем один коммунальный базар, то он не сможет с ними конкурировать. Аскар Мырзахметов отметил, что 100 торговых точек хоть и будут одинаковыми, но цена должна отличаться в зависимости от места расположения. К примеру, если это центр города, цена и требования будут выше, чем в отдаленных местах. К слову, решения, принятые на совещании, еще не окончательные. Глава региона отметил, что скорректированы правила и положения, замечания будут рассмотрены в дальнейшем. Для этого необходимо, чтобы ответственные учреждения провели встречи с предпринимателями, выслушали их мнение и предложения. Болот Конурбаев, Адильбек Самаликов, 77 News.